Друзья, всем привет! Канал раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Город Казань. Дербышки. Дворец культуры имени Саидгалиева. Посмотрите, какая красота. Замечательно. Давайте с этого ракурса посмотрим. Очень замечательно. Вот парк. Там замечательно. Смотрите. Скульптурные композиции стоят. Ну, давайте вокруг посмотрим. Такая красота. Друзья, ну вот, посмотрите, афиши, вывеска, дворец культуры имени Саидгалиева, здесь кинотеатр, новогодние праздники и прочее, прочее, прочее. Давайте посмотрим, в парке что творится. Скульптурные композиции. Там пионеры, гарнисты и прочее, прочее, прочее. Девушка с цветами. Дети на велосипедах. По идее, должна быть девушка с веслом. Давайте посмотрим дальше. Юноша с мячиком. Вот. И, как я говорил, девушка с веслом. Дальше у нас деревья, сосны, ели и... Если прямо посмотреть, там огонек светится. Это, наверное, вечный огонь. Давайте подойдем, посмотрим, прочтем, чему посвящено. Да, надо сказать, что во время Второй мировой войны из осажденного Ленинграда было эвакуировано предприятие. ГОМС из Ленинграда, да. Вот. И здесь, в Дербышках, был построен Казанский оптико-механический завод. Скажем так, специалисты и оборудование было эвакуировано из Ленинграда. Изображено ночное небо. Аэростаты, которые охраняли город от налетов немецко-фашистской авиации, от бомбардировок. Блокадлы Ленинграда, та Ешовчедарга, Башлана. Вот, смотрите. Сейчас я приближу, чтобы можно было посмотреть. Вехи становления и развития, скажем, Дербышек. Здесь и продукция вон нарисована, которая выпускалась. Это с этой стороны. Это мы уже видели. А вот и с этой стороны тоже можно увидеть. Почему Дербышки посвящена поселку якобы Дервиши, паломники заложили. Ну, пойдемте дальше посмотрим. Ну вот, друзья, как и предполагалось, парк заканчивается вечным огнем. Подвиг героев бессмертен.
1941-1945 год. Парк заканчивается бассейном водным и с этой стороны стадион. Сейчас я вам покажу, друзья. Друзья, вот про стадион я говорил. Вот я его приблизил. Давайте мы сделаем небольшую панораму. Друзья, мы с вами видим вечный огонь, конец парка. Здесь, с этой стороны, небольшую детскую площадочку. Вот. ДК Саид Галиева. Друзья, давайте напомним, что мы находимся в городе Казани. Поселок Дербышки. Канал раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Друзья, подписывайтесь на канал. Будьте на нем. Благодарность людям, которые подписались, смотрят и поддержат канал. Берегите себя, своих близких. Не болейте. И до новых встреч, друзья, на канале. Всем бай-бай. До свидания.